Сегодня аргентинская атака. Посмотрим. В любом случае, итак, составы. Сбор, который здесь царит на поле. Вы знаете, очень неприятный удар был сейчас Лукаса Подольски. Мяч скакнул перед Шнайдер. Валентин Иванов отсудил так, как следует судить каждое нарушение правил. Его можно упрекнуть, наверное, только в том, что он мало дал желтых. Рикельме и снова попытка сыграть на ближнюю штангу. Но Сорин там все время дежурит в расчете на то, что он... Быстрые атаки. Чтобы не были повреждены внутренние органы, а так гематомы вратари переживут. Здесь может быть и перелом. Швайнштайгер решил сразу проверить Леонардо Франко. Всем штрафную. Нет, не дал Любаш Микел ввести мяч в игру. Посчитал, что хватит. Повторите тренера. Повторите успех Бекенбауэра. Да, выиграть чемпионат подчеркнули, мне кажется, равные соперники. Удар. Пока весы находятся в состоянии равновесия. Также удивительную технику футболистов, особенно аргентинцев. Неточный удар. Гонсалес хотел быть Родригесом. И также Дэвис сломал, борется, здорово корпус ставит. Дальний удар. Не попал мяч в голову левому. Крайний зазор держит, пожалуйста, во фланг уходи. А под правую пробить воротом не дать. Калачи не бьет правой. Но не точно. По силе удар был очень неплохим. Потом
Асенсио привел туда защитника. Но продолжается комбинация сборной Аргентины. И вот Карлито бьет. И вот он, свисток.